Черный титульный лист последнего номера газеты Financial Times Deutschland. Ее закрыли в декабре прошлого года из-за нерентабельности. Больше 300 сотрудников лишились работы. Когда закроется следующая газета, лишь вопрос времени. Ведь тиражи ежедневных печатных изданий непрерывно снижаются. Только за последние 10 лет общий тираж всех немецких газет упал на 25%. Прессу все чаще читают на экранах смартфонов, планшетников или компьютеров. В этом случае, как правило, пользователи бесплатно получают информацию, за которую в печатном варианте пришлось бы платить. Так, только в течение последних 12 месяцев посещаемость немецких онлайн-СМИ выросла на 10%. Именно поэтому многие главреды возлагают надежды на всемирную паутину. Так, издательство «Аксель Шпрингер» предлагает в интернете новости не только в виде статей, но и в видеоформате. Но для пользователей планшетников и смартфонов эта услуга скоро станет платной.